Ну что, поехали, поехали на нашей машинке, маленькая-маленькая Малипуськи. Обнулилась игрушка у нас, но ничего страшного. Будем играть за маленький автомобильчик. Много не проедем мы сейчас. Давайте приобретем немножко бензинчика. Так, ну, я думаю, столько хватит на первое время. А, у нас и денег нету. Так, все, ладно, поехали. Поехали зарабатывать деньги. Так, едем. О, зомбарей сколько, ребята, сколько зомбарей. Давай, машинка, давай, немножечко тебе осталось проехать. Да, закончился бензин. Будем просто сейчас тупо покупать бензин. Все, максимально, сколько у нас будет хватать денег. И сейчас мы посмотрим, сколько мы проедем вообще. Еще бы ускоритель, конечно, купить. Но я буду покупать не ускоритель, а двигатель. Да, двигатель. Движок. Да, очень медленно едет. Я не знаю, сколько сейчас нам дадут денег. Так, посмотрим. А, хватит нам на... Да, смотри, двигатель $35 стоит всего лишь, представляешь? Так, купили мы двигатель на 36 баксов. Давайте бензинчика еще возьмем. Поехали, посмотрим, докуда мы доедем. С новым двигателем. Ну, двигатель он много дает энергии. Поэтому скорость ускорения много будет. Да, колеса не хватает более мощных колес. Либо эту я, знаешь, что куплю. Чтобы зомбаков резать. Резалку. Точно. Мне нужна резалка для зомбаков. $45. Давайте приобретем. Пока такую. Маленькая, конечно, но куда деваться-то. И возьмем с вами, ребята, новую трансмиссию. Поехали. Сейчас посмотрим, как будут отлетать эти зомбари. О, зомбари, смотри, как отлетают. Да, сейчас уже лучше стало. Стали зомбарики у нас отлетать. А то они мне вообще сильно мешали и останавливали машинку. А сейчас я их вообще разбиваю, только в путь. Отлично. Давай, машиночка. Сколько мы проехали? Так, закончился бензин, да? Ё-моё. Ладно. $134. А что такое купить? Ну давайте приобретем уже все-таки турбоускоритель. Максималку мы прокачали, сколько смогли. Все, поехали. С турбо будет веселее, будет с турбо интересней. Мы должны побольше теперь проезжать на машинке нашей. Но машинка такая, я смотрю, тяжеленькая. Турбо особо не дает. А, турбо кончилось. Ё-моё. Вот тебе и турбо, ребята. Которая стоила кучу денег. Кучу денег стоила турбо. Особо далеко мы с турбо-то и не уехали. Да, совсем чуть-чуть. $151 нам дали. Давайте приобретем тогда колесики. О! Все, колеса максимально прокачаны. И турбо давайте еще приобретем. Сколько хватит денег. Нормально. С $1 мы едем в путь. Попробуем сейчас проехать. О, ускоритель, давай. Нормально. Так, я его пока не буду. А, надо же за каждого убитого зомби еще, да, денег дают. Надо максимально зомбаков тогда убивать. Сейчас я посмотрю за зомбаря, сколько нам дают денег за одного сбитого зомбика. Так, закончился бензинчик. А, тут написано, что за зомби $146, а за дистанцию 133. За дистанцию больше нам денег дают. Ну давайте-то играть другую, пока поиграем в игрушку. Ну что, ребятки, сыграем в танки. Давайте попробуем, поиграем в этот режиме против игроков. Выберем уровень первый против одного игрока. И поедем на нашем Титане. Попробуем. Так, вот у нас противник наш, и мы едем на Титанчике. Сейчас посмотрим, кто кого. Так, этот чувак, где он там? Попробуем, может быть, этот самый. Попасть в него. Есть попадание. На, уничтожили. Здорово. Это очень хорошо. Получаем жетончик. Едем дальше. Ну, не жетончик, а звездочку. Ну, звездочка, жетончик. Следующий наш герой. Так, давайте мы подъедем немножко сюда. Будем отсюда стрелять. Вдруг попадем. Нет, не попали.
Ладно. О, ты малышочек. Смотри, какой хитрый. Все, дальше играем. Так, еще одна звездочка. Молодцы. Нет. Давайте три звезды соберем. И откроем. Сундучок. В пустыне играем. Так, давайте. Сейчас он подъедет. Я его щелкну. Нет, еще не подъехал. Так, стреляем дальше. О, первое попадание. Ё-моё, нифига. Тихо, тихо, тихо. Так, а ну, а как я тебя? Есть. Он подъехал так близко, у меня-то дуло выше. Второй лейтенант. Продвижение у меня идет. Давайте, ребята, выберем вот этот автомобиль. Второй. Попробуем на нем поехать. Сделаем апгрейд колесам. Так, вот такие колесики у нас стали теперь. Поехали, попробуем. Все, едем. Колеса у нас улучшенные. О, сейчас попробуем, попробуем. Давай, давай, тачка. Тачка у нас мощная. Давай, давай, давай. Ускоряйся, пожалуйста. Надо нам, короче, для этого автомобиля прокачивать турбоускорение. Чтобы оно быстрее восстанавливалось. Так, тихо. Нифига, это турбо, оно разогревается прямо докрасно, смотри. Офигеть, аж горит. Круто, вот это анимация, вот это я понимаю. Офигенная игруха. Так, сейчас подождем немножко. О, тот уже летит. Ё-моё. Так, 1000 фунтов мы проехали. Это хорошо. 1000 фунтов. Так, подождем немножко, пускай турбо наша. А, дорастет. Ё-моё, ай, поднимайся, поднимайся, машинка, быстрее. Да, он сейчас нас уничтожит здесь. Все, давай. О, я застрял, блин, прикинь, я застрял, все, не могу. Нас уничтожил этот монстр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пошли в гараж. Так, открыли мы еще 1000 фунтов. А, вот как, ребята, открывается, смотри. Мы дофигачим до 3. Видишь, фунтов. И нам откроется новая карта. Dust Hills. Ого. 3 карты нужно нам. 3 карты. О, еще 3 карты этой получить. Ладно. Давайте отправимся на этой, на другой машинке. На голубенькой. Так, она у нас прокачана более-менее. Поехали. Тут у нас турбо. Смотри, какое. Уи! Нормально. И оно восстанавливается более-менее быстро. Сейчас подзаработаем денег. Посмотрим, сможем ли побить рекорд. Куда доедем мы? Так, этот гад, смотри, все ближе и ближе. Так, вот он. Missed me. Догони меня, называется. Догони, попробуй, на. Попробуй меня догони. Не получится, не получится. У меня есть турбо. Так, сейчас, подожди, турбо. А, перевернулись! Ребята, мы перевернулись, ё-моё, я нас убил, у нас уничтожил. Переворачиваться вообще нельзя, не вариант. Ну, такая вот игрушка, давайте поиграем в другую. Мистер Буллет, смотрите, ребята, как надо проходить игрушку. Так, а почему мне только одну дали? Давайте еще раз. А, все, все, 3 звездочки, хорошо. Так, двоих убить можно таким способом. И потом вот этих вот так просто стреляешь, убиваешь. Так, дальше. А, здесь у нас, ребята, коробочка, да? Так, коробочку разбиваем и дальше стреляем. А дальше смотрим, что у нас тут, какая серия. Так, а здесь это стекло. Стекло убираем. А-а-а! Блин, а подожди, давай переиграем. Так, а ну-ка. А, вот и все. Хорошо. Дальше. Нам нужно... Ой, почему... Блин, давай это сделаем, переделаем. Да ё-моё. Так, нужно стрелять вот так, таким способом. Оп, все, придавили. Дальше, ТНТ у нас есть. Давайте подзовем ТНТ. Да, нифига, он отлетел как. Так, смотрите. А, ну этих легко. Раз, два... 3, 4. Фантастика. Так, двоих.
одной пулей, да? Оно тоже легко. А, нет. Нет, не легко. Давай еще раз. Вот так, хорошо. Почему только, интересно, он сам его не задело? Так, здесь... А, нужно так, чтобы отрикошетило, да? Давайте переиграем. О, хорошо. Так, этого Чилдебека надо куда-нибудь... А-а-а! Так, все, давайте переиграем. Нет? А куда стрелять? Все, попали. Мы ему, кажется, ногу прострелили. Ну, а так он, в принципе, живой. Так, следующий. Опля, готов. Дальше. Так, здесь уже поинтересней. Опа, хорошо. Ну, такая игрушка. Давайте поиграем в другую теперь. Так, ну, у нас ждет 9-й уровень. Поехали. А всего уровней там 15, кажется. Ой-ой-ой-ой, давайте выберем красненькую машинку теперь. Садимся в автомобиль. Так, нам нужно немножечко назад сдать, чтобы сюда подъехать. Не знаю, как разработчики эту карту рисовали. Смотри, ну какой заезд-то интересный. А если грузовик? А если я выберу если бы я выбрал грузовик, смог бы я там проехать или нет? Так, здесь немножко чуть-чуть так вот можно ускоряться, потому что они рампы вот эти вот ставят разработчики стран. О, подожди, что это такое? Фига. Так, ладно. А, ну она, в принципе, до нас не дотронется. Наверное, если мы здесь краешку поедем. Хорошо. Так, звезда. Первая звезда есть, готова. Едем дальше. Так, здесь надо было, чтобы аккуратненько здесь повернуть. Вот так вот. Оп, все нормально. Да, игрушка интересная, и она, ну, непростая, непростая. Приходится напрягаться, ребята, напрягаться. Все равно играешь, и ты напрягаешься. Ну, это же интересная же игра тогда, правильно? Так, здесь надо повернуть аккуратно. Так, а мы транспортируем полицейский автомобильчик. Куда-то на штрафстоянку, наверное. Это в параллельной вселенной, ребята. Гоночный автомобиль транспортирует полицейскую машинку на штрафстоянку. Сейчас повернем здесь. Так, о, как узенько, в смысле? В смысле, зачем они так сделали узенько здесь? Проезжать. А если я грузовик бы выбрал, я бы не проехал бы, слушай. Вот интересно, ребята, а вот такие вот игрушки, да, как вот гоночки такие в пропасти... мне всегда было интересно бы создать свою карту. Вот можно где-нибудь есть такой вот песочница такая, где ты можешь создавать свою карту и играть. Так, все, мы приехали как раз. Уровень пройден. Интересно, сколько мы заработали денег.